выглядит она так. Смотрите, значит, мы делаем шаг правой ногой. И в этот момент прошу обратить ваше внимание на то, что мой вес на левой ноге. Раз. Угу. Здесь очень важно, чтобы плечи, вот этот вот отдел смотрел вперед, а вот бедро было скручено. То есть представьте себе, что вы супер-пупер модель, и вас фотографирует фотограф, и он вас просит довернуть вот это бедро в диагональ назад. Вот что должно получиться, и мы проверяем, что вот эта нога у нас совершенно свободна. Получается. Раз. Далее. Я освобождаю вот эту ногу и делаю шаг. Два. И вот это бедро у меня уходит, опять же, тоже в диагональ. Да? Два. И три. Если показывать это на зеркало, получается так. Раз шаг, два и три. Конечно, вы это проделаете какое-то время, да, просто потренируйтесь. Здесь сразу говорю, ошибка очень многих в весе, в неправильном положении веса. То есть именно на задней ножке вес. От этого потом зависит ваша амплитуда. Что я делаю дальше? Второй этап, этап два. Мы делаем следующее с вами. Опять шаг. Обратите внимание, я иду фактически по шестой позиции, и ноги я ставлю очень близко. Очень близко. Этап два. Я делаю опять этот же шаг и представляю себе, что мне нужно что-то стряхнуть с моего бедра. Я делаю два удара. Раз, два. Да? Вниз, вниз. И. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Этап следующий, третий. Я убираю паузу. Раз и раз. И рам. Па-па-пам. Та-та-та. Раз и два. И три, и четыре, и пять. Все, что вам нужно каждый раз помнить, что вы уводите это бедро. Вы как бы скручиваете.